Уникальный музыкальный инструмент помогла приобрести для детей депутат Тверской городской думы Ольга Устинова. Это вибрафон, который теперь будут осваивать воспитанники школы искусств имени Андреева. А наша съемочная группа оценила звучание новинки. Вот так звучит вибрафон. Кому-то он покажется близким родственником ксилофона, но на самом деле это другой музыкальный инструмент. Одно из отличий в том, что он электромеханический. До недавнего времени его аналог в городе был только в Тверском музыкальном колледже, и тот самодельный. Директор же школы искусств имени Андреева очень хотела, чтобы ее ребята смогли музицировать на своем вибрафоне. Давно мечтали о нем, потому что вообще для класса ударных инструментов не только должен быть ксилофон, барабаны. И когда московские школы или санкт-петербургские школы показывают своих учащихся на конкурсах на разных вот этих инструментах, мы всегда думали, ну почему же у нас вот нет до конца оснащенности. За помощью школа искусств обратилась к депутату Тверской городской думы Ольге Устиновой. Она изыскала в депутатском фонде 500 000 рублей, чтобы приобрести не абы какой, а лучший вибрафон японского производства. Хотя и медик по профессии, она прекрасно понимает, что на музыкальных школах экономить нельзя. Я тоже ребенком проходила через музыкальную школу и понимаю важность этого обучения. Дети – это будущее нашей великой страны. И хотелось, чтобы поколение подрастающее было образованным и культурным, потому что что как не музыка формулирует культурный уровень наших детей. Сейчас в школе искусств имени Андреева заняты разработкой программы обучения игры на вибрафоне, чтобы их воспитанники уж точно ни в чем не уступали своим столичным ровесникам.